Здоровье ребенка – главная ценность для родителей. Поэтому важно, чтобы он находился под наблюдением опытных врачей, готовых своевременно спрогнозировать и решить проблемы со здоровьем малыша. Медицинский центр «Целитель» открыл первую в республике детскую больницу «Здоровый малыш», в рамках которой проводится диагностика и лечение детей с первых дней жизни с различной патологией желудочно-кишечного тракта, лор-органов, мочевыводящей системы, органов дыхания, аллергопатологией. При необходимости дети получают электрофорез, КУФО, магнитотерапию, парафинотерапию, электростимуляцию, ДДТ, ингаляции, ультразвук, фонофорез, электросон и лазеротерапию. Также проводится реабилитационный массаж и лечебная физкультура. У нас действует система обязательного медицинского страхования. Дети по направлению из поликлиник могут бесплатно получить медицинскую помощь. Здоровый малыш – здоровое будущее. Наш адрес – город Махачкала, улица Чехова, 50. Телефон 8 928 597 40 44.